А почему муха сидит на потолке и не падает? У мух на кончиках лап есть специальные подушечки. Они покрыты волосками, которые заканчиваются утолщенными кончиками. Раньше думали, что это присоски для удержания на гладких поверхностях. Но тщательные наблюдения с помощью микроскопа с тысячекратным увеличением показали, эти подушечки никакие не присоски, а железки, выделяющие жидкость, содержащую сахар и жир. С помощью этой жидкости муха прилипает к гладкой поверхности и удерживается на ней. А как муха отрывает лапку от поверхности? Мушиная лапка не отрывается перпендикулярно поверхности, а отслаивается под углом меньшим 90 градусов. В этом случае сопротивление отслаиванию в разы меньше, так как при этом подушечки отстают от поверхности небольшими участками, ряд за рядом, а не одновременно по всей площади. Если вы имели дело со скотчем, то хорошо можете это представить. Отслоить его постепенно легко, а вот оторвать перпендикулярно поверхности почти невозможно.